Ай, чтоб тебя. Ага, есть, наконец-то. Нам крышка. Запомните, если вы находитесь тут, вы уже мертвы. Включите свои коммуникаторы, отправьте сигнал и запросите бомбардировку. Я не шучу. Вы все равно погибнете. Единственное, что в ваших силах, это уберечь человечество от вашей участи. Уничтожьте эту планету. Уничтожьте эту планету. Меня зовут Альберт Уэст, я последний выживший на Марсе после неизвестной эпидемии вируса. День 8. Я только что залечил свою поломанную ногу и восстановился. И теперь самое время вернуться в новый квартал и пройти второй уровень. Я довольно долго восстанавливался, поэтому думаю, что здесь все нахрен расплодилось по новой. Надо будет аккуратно идти. Все, спускаемся. Надо еще раз проверить места, где я ходил. Никто ли тут не заспавнился. Потому что мне не нужны сюрпризы. Тут, где я как раз таки кинул гранату, эту нелепейшую. Идем по какому-то дерьму. Вот здесь я остановился. Дверь. Три двери. Ну вот это первое. Ох, ебатюшки мои. Опс. Ха-ха-ха. Это было клёво. Такой взрыв прям. Мне не нравится то, что переключается постоянно на дополнительное меню. Но мы сейчас вынесли прям гигантское количество этих ублюдков. Нормально. Продвигаемся. Ух, ебать! Пауки. Хорош. Ух, ебать, он жив. Ребята, по очереди. Надо менять БПшку, менять БПшку. Меняем БПшку, 5% оставалось. Тут еще и Халк. Блин, хорошо, что мы его не согрели. Парень, ты что тут занимаешься? Часто сюда ходишь? Левон. Вот это падло опасно в коридоре. Он явно не ожидал. Опять их тут до хрена, а? Вот просто... А-а-а, ты ублюдок. Просто стоит. Паукана в спину. Бесполезный паук. Опа, на лифт. Лифт это хорошо, это значит мы на нем сможем кататься. Вот она, вот она. О да. О да, спасибо тебе, что ты есть. Хотя бы свет включился. Фух, мне так спокойнее намного. Так мне намного спокойнее. Сколько у нас там? 10 заражений. Нам надо хотя бы 30, тогда можно жрать пилюль. Так, здесь лестница на следующий ярус, как я понимаю. А это значит, что нам не сюда. Погодите, а это значит, что мы, походу, зачистили полностью этаж. Да, и тут ни хрена нету это. Лифт, энергия. Здесь нифига нету терминалов.
Думаю, с лёта пойти на следующий этаж, зачистить его. Может быть, там будет что-нибудь интересненькое. Опасное место. Короче, главная цель — найти лифт в самом начале. Я уже понял. Такое место, словно босса здесь надо водить. Прям вообще мне харкануло. Паскудина, а. Отъезжай, тварь. Так. Кислородик. С температурой пока все норм. Нормально. Плевоны. Я вас люблю, плевоны. А вот тебя я не люблю. Ты где? Куда делся? Ублюдок. Все стало не так легко, как было раньше. Мало питания. Вот так. Фух. Блять, ты падла. Ох, как он меня въебал. Это что такое? Легкое кровотечение, он у меня есть бинт. Слава богу, есть бинт. Еще? Сколько вас там? Ублюдки, а. Ты больше ни в кого не плюнешь. Бух, ёбаный, блядь, паскудник ты. На спинозалоле, что ли, сидишь, а? Фух, бля, мне срочно нужен дробовик, блядь, следующего уровня. Скажи еще, что в натуралушку, блядь. В натуралку так раскачался, блядь. Знаю я таких пиздоболов, блядь. Лифт. Шикарно, значит, должна быть комната где-то. Явно не это. Вот это. О, да. Супер. Ну, ладно, я съезжу на базу. И вернусь обратно. Надо пополниться. Пополнить запасы всего. Так. Пойдемте по неизведанному. А, все понятно. Тут лестница, короче. Тут как там. Все, я понял. Тогда зачищать. Зачищать дальше.
пистолетом буду стрелять. Крит. Крит, нормально. Блядский плевун, а? Как же он мне напоминает гопника. Он у меня был такой сосед, пока не утонул. Дохаркался. Ого-гошеньки, го-го! Горите, твари. Ох, ёбаный, прям в щи мне дал. Паук все-таки попал в меня. Какой-то жир с него упал. Все, отправляйся в бат. Да сколько вас тут? Так, мне нужен срочно генератор. А теперь поговорим. Лови. Зуб из паука выбил. Неплохо. Блин, не заметил, как пистолет перегрелся. Ебать! Вы шутите? Сколько их там? Сейчас попробую пистолетиком их повыносить. Не, ну это мелкий, хотя бы. Просто фарш. Давай, паукан. Все-таки, вы знаете, пистолет не такой бесполезный. Блин, ну я вообще не слежу, как пистолет греется. Это неправильно. Какое крепкое яйцо. А? Надеюсь, здесь... будет оружие? Так, все шикарно, мы зачистили этот этаж. Сейчас буду крысятничать по нему. Я думаю, на этом пока остановиться. Отнести все запасы на базу. И далее продолжить на следующем этаже. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий, а еще лучше подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!